понедельник, 30 января, Казанский федеральный университет посетили представители посольства Южноафриканской республики в Российской Федерации. По этому поводу участники делегации совместно с проректором по внешним связям Казанского федерального университета Ленаром Латыповым посетили музей истории университета и провели переговоры. Ленар Латыпов познакомил гостей «Альма-Матер» не только с его историей, но и обширностью ресурсов университета, а также с приоритетными направлениями САЕ. Сотрудничество с Южноафриканской республикой развивается в рамках проведения совместных исследований КФУ и университета Притории в нефтегазовой сфере. Стоит отметить, что профессор геологического факультета университета Притории Аннет Гетц является руководителем Open Lab «Стратиграфия нефтегазовых резервуаров позднего палеозоя» на базе Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.